Всем привет! Сегодня у нас будет обзорчик на нашу новую локацию, которую я, в принципе, уже как бы одним героем прошел. Вкачал на максималку, вкачал 12-й талантик. Сейчас расскажу вам, покажу, что у меня на это ушло, какие ресурсы, как я прокачивал. Возможно, расскажу, что вам надо будет для этого сделать, чтобы получить 12-й скилл, и есть ли смысл вам его получать, и на каких героях. Ну, давайте так. Я качал с этих всех героев Бигмага, как я его называю. Почему? Потому что у этого героя реально с повышением уровня умения улучшается намного круче талант. То есть у него уменьшается кдшка и увеличивается стан. Ну, стан заморозка, скажем так. Со всех героев я даже некроса не рассматривал, потому что у некроса и так атаки хватает. Там просто процентуальное увеличение атаки, которое и так у него с головой. Давайте так. Давайте я вам сейчас расскажу, что мне надо было на прокачку именно 12-го талантика с нуля. Ну, когда мы открываем, у нас есть два острова. Остров светлых и темных. На каждом острове у нас есть герои, которые дают определенную судьбу. То есть этот ресурс назвали судьба. И в зависимости от прокачки ваших героев, вы можете улучшить до определенной звезды героя. Максимальный уровень — это 40-й. Для того, чтобы получить 40-й уровень, надо немереное количество кулачков. Для донатов это не такая уж и большая проблема, хотя не для всех. Для обычных игроков это реальная проблема, и многих героев здесь улучшать даже смысла никакого нет. Но без прокачки этих всех героев, если у вас их нет, вы не получите там 11 либо 12 скилл. Есть варианты прокачки героя и слив его же. То есть у меня, допустим, нету гарнизона. Мне он, по сути, не особо-то нужен. Но мне пришлось из-за этой фигни, скажем так, качать некоторые герои с гарнизона, потом их опять же сливать, чтобы набрать там 40 800 очков, чтобы разблокировать для всех героев 12-й скилл в итоге. Так, давайте пройдемся по тому, что уходит вообще на прокачку. Ну, первый там дается нам бесплатно, условно бесплатно, первая звездочка. Начиная там с второй по пятую, мы тратим 300 тысяч золота и 9 тысяч значков почета. Это немного. Потом при переходе на пятый уровень у нас уже требуют кулаки. 16 зелененьких этих рун маленьких, по 300 кулаков. После того, как мы его прокачиваем, дальше нам нужно 1 200 000 золота и 26 тысяч значков почета. Потом опять нам нужно 16 зелененьких рун по 300 кулаков. И мы переходим на следующую звезду, то есть на 11-ю. После этого нам нужно уже 2 400 000 золота и 42 тысячи значков почета. Мы переходим уже в итоге за 18 зелененьких кристалликов на 15 на 16 уровень. То есть мы его разблокируем. Потом нам нужно 4 800 000 золота и 60 тысяч значков почета. В итоге мы доходим до 20 уровня, где мы тратим 24 зелененьких маленьких рунки по 300 и 16 средних по 700. Плюс нам требуется либо одна повторка, либо можно камнями с аугментацией
добавить эту повторочку так же, как на аугментации, и прокачать 21 скилл, и у нас 21 звезду, и у нас автоматом плюс добавляется герою плюс 1 скилл, то есть он встает не 10 с 10, а 11 с 11. Также есть такой прикол, я прокачал у себя Бигфута первого на 11 скилл, потом на 12, а потом решил вкачать второго. И мне автоматом дало плюс 2 умения, то есть они постепенно, пока я не докачал до 10 основного, ну, этого героя до 10, у меня все время висело плюс 2. То есть на 8 уровне у меня показывало как десятку, но фактически это был 8. Когда я уже перевел до 10, у меня уже начало нормально показывать 12 с 12. Прокачанный талант, умение, точнее умение героя, действует на всю линейку героев. То есть если у вас есть там 2-3 героя одинаковых, для них всех автоматом прокачивается данный скилл. Ну так, идем дальше. Потом, после того, как мы вкачали уже 11, у нас реально ушло 33 400 кулаков. Это, скажем так, ну, немало. Либо же 34 900, это если у вас нету повторки. То есть фактически 35 тысяч кулаков вы выкинули за то, чтобы там улучшить героя немножко. Ну, не знаю. Как по мне, это реально бред, потому что это могут себе позволить немногие. Есть кого качать, есть кому делать 8-8, кому делать аугментации, эволюции. Ну, если у вас уже вы хотите героя, там потолок вкачанного, пожалуйста. Так, дальше у нас идет после открытия 21-го. Идет уже не золото и значки почета, а идет уже синие кристаллы королевской битвы и значки почета. С 21 по 25 у нас идет 4 попытки по 27 420 синих кристаллов и по 25 500 значков почета. Потом у нас идет 20 зелененьких рун. По 300. Потом следующий уровень у нас увеличивается, мы уже тратим 4 раза по 57 050 синих кристаллов и по 31 500 значков почета. После того, как мы это прокачиваем, мы опять тратим 20 маленьких рун, это фактически 6000 кулаков, тоже немало. И качаем дальше. Дальше у нас идет уже по 92 250 синих и 38 тысяч значков почета. Ну, в итоге мы приходим к следующему нашему затратному, скажем, затратной части. Это 14 по 300, ну, 14 маленьких и 6 средних рун. После этого мы уже докачиваем точнее мы уже это вкачали и у нас получается 40-й, доходим до 40-го уровня. На 40-м уровне нам надо 16 рун средних, 8 рун по 1600. В итоге у нас на 21-40 звезду, с 21 по 40 звезду уходит 44 400 кулаков плюс 2 повторки. Или же 47 400, если у вас нету повторок. Ну, что я могу вам сказать? 47 000 кулаков, это тоже немало. Это реально дохренище. В общей сложности на все уходит 47 800 и 2 повторки, либо же 82 300 без повторок. 82 000 кулаков. Но
Но реально, если посмотреть на прибавку героя, оно того стоит. Особенно у Бигфута, которого я качал. Прирост очень крутой. Мы можем тут бонус судьбы. Жизнь плюс 32600, атака плюс 1380, крит сопротивление плюс 80, уклонение 360, точность 360, крит удар плюс 80, уровень навыка, ну плюс 2. Реально это много. Плюс у него, конечно, умение офигенно вырастает. Ну, я скажу вам так. Те, кто играет без доната, себе это позволить смогут не очень скоро. И для того, чтобы это все получить, надо будет качать как минимум 5 героев на максимум. Желательно там 10-е скиллы и все прочее, потому что вы просто не наберете судьбы на 40-ую звезду, чтобы открыть 12-е. 11-е это менее проблемно. Но выкинуть 82 тысячи кулаков на одного героя, я считаю, это немножко они загнули. Теперь давайте по героям, кого можно качать в первую очередь. Некроса, даже если вы донат, ну просто нету смысла его качать. Там небольшой прирост урона, вы его не особо заметите. Одержимый, немножко прирост урона плюс защита. Как вариант, да, но я его тоже не стал качать. Рыцарь тьмы бесполезно тратить на него кулаки. Влад Дракула, его можно третьим качнуть. Сейчас скажу, после каких героев у него интересный получается бонус, бонус забора энергии, то есть фактически разброс. Как он бьет, пока неизвестно, не смотрел еще, не тестировал, но надеюсь, в дальнейшем прокачаю, посмотрим. По идее, он будет массово забирать энергию. Призрачный всадник однозначно нет. Ну и оборотня, я думаю, никто не будет качать на 12-й скилл. Это, ну, это вообще будет трэш. Теперь вторая. Кого здесь можно вкачать для бездонатного аккаунта в первую очередь? Это Варлок. У него появляется 4 цели, у него появляется, увеличивается урон, у него увеличивается щит отражаемый, который отражает урон. Реально для бездонатов, да и для многих есть смысл качать Варлока. Гаргола вы просто увеличите немножко у него показатели. В этом так же, как и Некрос, смысла нет, пока что нет. Паладин, у него там, помню, то ли увеличивается, я не, а восстановление, по-моему, энергии, не хочу смотреть, выходить, ну тоже бесполезно. Бигфут однозначно, да, я себе качнул его первым, сейчас буду качать Варлока, а потом буду качать либо Вальку, либо Влада. Но, скорее всего, это будет Валька, потому что у нее увеличивается количество восстанавливаемой энергии, то есть получается где-то 1,5 шкалы. Плюс она будет давать крит урон. Точнее, крит удар 10%, это немало. Ну и снайпера, ну тоже смысла нет включать. Зеленый герой, в него вслить кучу кулаков. Поэтому, не знаю, сделал вот такой вот обзорчик. Многие там расстраиваются, что донаты там. Ну, от доната не особо уйдут, поверьте. Далеко. Да, по некоторым героям. Все будут реально ждать новую локацию, потому что с этой локации тут 2-3 героя максимум, что можно прокачать, но на это надо слить 300к кулаков. Это ни много ни мало, но для нашего сервера и то, как нам дают кулаки, это реально это хренище. Для других серверов там все попроще. Там можно нормально с акций получить. Так нормально получают кулаки. Но у нас такой пока возможности нет. Поэтому не особо расстраивайтесь. Но, конечно, эта локация не особо радует. Если дальше так будет игра развиваться, многие опять на игру забьют. Так, ну, в принципе, вот такой вот обзорчик. Думаю, для многих это будет полезным. Они задумаются, стоит ли реально качать данных героев. Потому что особо прибавки за такие траты вы не получите. Все, пишите в комментариях, кто
кого прокачал, возможно, кто-то вкачал каких-то интересных героев. Радостью посмотрю на то, как они себя показывают. Всем пока!